Здравствуйте! Сегодня я поделюсь с вами рецептом приготовления вкусного мяса в духовке. Нам потребуется 600 грамм мяса, порезанного тонкими полосками, любой твердый сыр, 1 большая картофелина, 1 большая луковица и 1 морковь, растительное масло, молотый кориандр, перец, соль, майонез. Готовить мясо я буду в стеклянном противне в духовке. Сначала надо порезать лук, добавить его к мясу и все хорошо перемешать руками. Добавляем 3 столовые ложки майонеза и все перемешиваем. Миску с мясом накрываем пищевой пленкой и поставим в холодильник на 1 час. Прошел 1 час, мясо достали из холодильника. Добавили соль, молотый перец. Мясо перемешаем руками. 100 грамм сыра натерли на крупной терке. Морковку режем кольцами. И картофель режем кольцами. Берем противень, наливаем в него немного растительного масла и равномерно распределяем его по дну. Выкладываем мясо с луком. Сверху на мясо выкладываем картофель. Картофель сверху посолили и добавили кориандр по вкусу. Сверху на картофель выкладываем морковку. Сверху морковку равномерно смажем майонезом. И посыпем сыром. Выпекаем в духовке при температуре 220 градусов по Цельсию. Когда сыр зарумянится, надо будет аккуратно открыть духовку и накрыть противень фольгой. Время приготовления составило 35 минут. Желаю всем удачи и приятного аппетита!